До студії нового дня завітав хірург-подолог Олександр Неділєв. Вітаємо вас. Доброго утра. Сьогодні ми анонсували нашим телеглядачам, що з вами поспілкуємось про секрети догляду за ніжками у домашніх умовах. І в першу чергу давайте все-таки з вами поговоримо про те, чи потребують наші ніжки якогось особливого догляду додаткового вдома. Іночка, ну, конечно, смотрите, ведь каждый из нас следит за лицом, следит за руками, следит за телом, но очень многие забывают о том, что стопа – это такой же полноценный орган, орган, с которым мы, в принципе, и начинаем наш день. А ось чи потребують наші ніжки якогось додаткового догляду від негативних факторів, і які ці фактори? Ну, смотрите, в принципе… Это и общее состояние нашего здоровья, какие-то хронические заболевания. Это и чрезмерный вес нашего тела. Это и неправильная, неграмотная, подобранная обувь. Особенно сейчас, когда на улице зима, и все мы перешли на более закрытую, более плотную обувь, которая также оказывает негативное влияние на наши ножки. Носочки, которые мы носим, естественно, что нужно носить какие-то хлопчатобумажные, а не силиконовые или нейлоновые. Это тоже оказывает негативное влияние на наши ножки. Работа. Или активный образ жизни, или ношение, выполнение каких-то тяжелых, нагружающих стопу вид работы, это тоже оказывает влияние. Девчата, які постійно на шпильках ходять, на високих підборах також. Конечно, я уже говорил о том, что более-менее нормальный каблук – это в районе 2-4, ну, максимум 6 сантиметров. Если вы, конечно, выбираете модельную обувь, то существуют специальные стелечки для разгрузки стопы. А ось які процедури варто робити для покращення стану ступнів? Есть такие процедуры, например, в домашних условиях, которые можно выполнять. Это ванночки с морской солью. Есть два вида таких ванночек. Первое – это расслабляющие, тонизирующие. Расслабляющие ванночки – это теплая температура воды. Около 40 градусов можно использовать. И тонизирующие 20-20 градусов. Но для ванночек как есть и показания, так есть и противопоказания. Противопоказания – это различные острые состояния, может быть, микробные заболевания по стопе. С сахарным диабетом всегда нужно быть очень осторожным. А ось щодо ванночок, чи варто туди додавати якісь масла, сіль, ну, конечно, якісь інгредієнти, які будуть корисними, не просто косметичними? Да, ефірні масла, вони теж мають свойства ароматерапії, да, розслабляти або тонізувати, в залежності від того, які масла ви використовуєте. Також існують ванночки лічебні, лічебні ванночки, вони основаны на каких-то травах, ромашка, чебрец, календула, пожалуйста, тоже можно использовать. З ванночками ми розібралися, але існують такі ще процедури, як скрабування якесь, чи, можливо, якісь креми, чи вони необхідні для нанесення, чи це необхідно робити в комплексній, конечно, процедурі? В течение дня ми получаем ороговевание внешнего слоя, которое нужно снимать, ибо оно оказывает чрезмерное давление на различные участки стопы. Для того, чтобы обеспечить адекватный уход за такими моментами, можно использовать пемзу, различные такие нейлоновые жесткие щеточки. Но я единственное, что не рекомендую использовать лезвие. Очень часто вы можете просто травмировать кожу, либо срезать чрезмерно участок, и вы наоборот получите больший рост. Рану. Конечно, вы просто получите какой-то раневой дефект, который может быть опасен на фоне каких-то хронических заболеваний. А вы скажете, что такое, что влитку наикращие природные скрабывания – это песочек на море. Чи действительно это так? Конечно, ведь все проблемы с нашей стопой, они начались с того момента, как мы одели обувь.
Поэтому хождение босиком – это дополнительные методы, которые помогут вам более природно сохранить здоровье ваших ног, а также здоровье нашего организма. Ведь стопа – это орган, который позиционирует нас в пространстве, помогает поддержать нас в вертикальном положении, поэтому и влияет на суставы, на позвоночник, приводя к каким-то нехорошим последствиям. Расскажіть нам про масаж для ніг. Які ділянки потребують його найбільше? Стопа, нижняя конечность – это орган, который состоит, естественно, из костной системы, суставной системы, мышечной системы, нервной системы, сосудистой системы. Поэтому, да, есть такой метод – это массаж, массаж стоп, массаж нижней конечности для того, чтобы грамотно, правильно использовать его в домашних условиях. Желательно все-таки начинать с теплой ванночки, для того, чтобы расслабить мышцы, самому расслабиться. Затем с помощью какого-то поглаживания вы приводите в тонус немножечко свою систему. Достаточно обработать боковые края стопы, буквально по секундочке отделить внимание на каждый пальчик, прорабатывая суставчики немножко вытягивающими движениями, проработать. И мышечную систему можно более глубоко размассировать, если нет противопоказаний по каким-то заболеваниям. Особенно уделять внимание каким-то триггерным точкам. Это точки, которые болят. И используя, как говорится, знания о том, что в нашем организме есть лимфодренажная система, то есть массажные движения, лучше выполнять снизу вверх. А ось щодо саме точок. Кажуть, що якщо правильно помасажувати якусь із точок на стопі, то можна або головний біль прибрати, або навіть на якийсь із органів повпливати. Чи дійсно це так? Є таке оцінення, називається нетрадиційна медицина. І в китайській медицині є ціла наука, яка описує кожну точечку на стопі і говорить про те, що є взаємозв'язь по меридіанам кожному органу. И воздействуя на эти точки, можно воздействовать также на орган. А что бы порадовали? Самомассаж? Чи, можливо, краще, чтобы кто-то это робив, а людина в цей час была больше расслаблена? Конечно. Желательно, чтобы массаж все-таки выполнял профессионал, потому что есть различные моменты, когда вы сами себе можете просто навредить. Поэтому в домашних условиях выполнять массаж можно, но осторожно. Як часто його можна робити і чи всім дозволений такий масаж? У масажу є противопоказання. Противопоказання, звісно, це якісь острі заболівання, може бути, мелких суставів, це може бути якісь гнойничкові проявлення на стопі, і, звісно, це мікоз. Мікоз, тобто грибкове заболівання стоп, виконувати можна кожен день. А ось щодо взагалі сукупності ось цих процедур, враховуючи і ванночки, і масочки, і скрабування, як часто необхідно робити? І, можливо, якщо людина може зробити щось занадто, щоб не було занадто багато процедур? Каждый день ми працюємо, ми двигаємося, ми носимо обув, звісно, к вечору наші ножки отікають, устають. Поэтому я рекомендую все-таки ухаживать за своїми ножками каждый день. Ведь много времени на это не потребуется. Буквально минут 10-15 уходит времени на ванночки и по пару минут на каждую ножку на массажирование. Вы уже заметите улучшение даже общего здоровья, если вы каждый день будете уделять внимание своим стопам тоже. Тобто щоденний догляд за ніжками дійсно призведе до покращення всього організму. Абсолютно вірно. Дякую вам за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадую нашим телеглядачам, що до нас сьогодні завітав хірург-подолог Олександр Неділєв.